Добрый день! Этим радостным армянским утром я хочу записать видеоотзыв для Юрия Евгеньева. Юрий, привет! Привет тебе из Армении. Во-первых, хочу сказать большое спасибо за замечательный сеанс. Что я могу сказать? Я пришла к Юрию с проблемой давления, ну, с другими проблемами тоже. И одна из проблем была тоже боязнь провести проработку. С первой задачей мы справились на 100%. Что могу сказать, как целитель, как гипнотерапевт, как мастер работы с подсознанием, Юрий справился со своей задачей просто великолепно. Во-первых, то, что он умеет слушать, то, что он делает правильное интервью. Во время проработки ты не чувствуешь, что ты один. И есть человек, который помогает тебе и на всем пути с точки А до точки Б. Человек помогает тебе прийти и освободиться от всякого мусора. Чувствую я себя прекрасно. И всех людей, которые имеют проблемы со здоровьем, вот у кого боли в груди, фобии какие-то там. Короче, со всем этим мусором, который у нас в голове, я настоятельно вам рекомендую обратиться именно к Юрию, потому что Юрий сможет вас правильно проработать. У меня была вторая тоже тема «Боязнь проработки». И благодаря проработке и разговорам с Юрием я не побоялась, сделала на нем же первую проработку. Могу сказать, что это было довольно сложно сказать человеку: бери и читай, делай проработку. Но вы знаете, он со своей задачей и со второй задачей тоже справился на все 100. Поэтому рекомендую. Очень рада, что я именно проработала с Юрием. И очень рада, что я именно попала к нему, что мы смогли вот так, знаете, детально поговорить. И когда ты уже излагаешь свои, ну, такие нюансы, да, он помогает тебе и дает вот тот совет, который может в твоей жизни очень пригодиться. И помимо этого, великолепная проработка. Еще раз большое спасибо за сеанс, большое спасибо за поддержку. Я думаю, что ты уже целитель. Ты можешь себя называть гипнотерапевтом. Молодец, поздравляю. Спасибо еще раз.